Итак, друзья, снова здравствуйте. Сегодня у нас на рассмотрении не мышка, как вы подумали, а сегодня у нас на рассмотрении часики, смарт-часы вот такого плана. Называются X9. Друзья, не знаю, видно вам или не видно, мне, во всяком случае, ни черта не видно. Итак, часы смотрятся неплохо, именно поэтому я как бы их принимаю. Я ношу белые часы, но спустя 2 недели ко мне пришли черные часы. Итак, друзья, что я хотел заметить? Что мне в них реально не нравится? Реально мне в них не нравится то, что я не могу достаточно качества, вообще не могу измерить свое давление. Эти часы я покупал именно с тем, чтобы измерить собственное давление в любом месте, в любом путешествии, в любом городе либо стране. Но эти часы не позволяют этого сделать. И это очень плохо. Теперь я хочу продемонстрировать, как же они работают. Мы нажимаем. Так, давайте попробуем. Так, белые и черные. Поехали дальше. Давайте измерим давление. Как вы видите, белые часы начали работать. И закончили, да? Нет, начали работать. Черные часы по какой-то причине не делают ничего. То есть они просто зависают. Давайте еще раз попробуем. Они просто зависают, хорошо. Показывает некачественный результат, но давайте, друзья, сейчас, чтобы мы не думали, чтобы, вернее, те, ну, все люди, которые смотрят ролик, не думали, что я тут специально как бы задрачиваю эти часы пульсом, и после этого тут же пытаюсь еще раз как бы замерить, и, естественно, ничего там не будет. Ну, вкратце расскажу, в чем пришли. Пришли вот в такой коробочке. Коробочка, в принципе, довольно такая приятная. Я бы сказал даже, что она подарочного варианта. Не стыдно подарить эту коробку. Единственное, конечно, что почта сама по себе, она очень некачественно работает, то есть приходит в Россию, в частности в Крым, вот с такими вот неприятными повреждениями. И это действительно неприятно, ребят. Неприятно то, что на таможне вскрывают постоянно, то есть видео, кто хочет посмотреть мое, посмотрите, пожалуйста. Просто вскрывают, просто непосредственно вскрывают на месте там мою посылку, и что туда, может быть, они меняют там часы, хрен его знает, что они там делают, я не знаю, но вряд ли, конечно, меняют. Я так думаю, что часы просто изначально не особо качественные, но, прошу прощения, но по своей как бы прыти я изначально заказал 2 таких часов, и эти часы шли сразу непосредственно из Китая в один и тот же день. То есть, давайте выключим свет и попробуем вот так. Итак, друзья, в один и тот же день эти часы были заказаны. Сначала были заказаны белые часики, именно белые часы. Затем были заказаны черные часы. Итак, и белые, и черные часы вышли в один день. Это можно посмотреть, ну, кому интересно, ну, наверное, вы все с этим сталкивались. Однако, часы белые пришли ко мне на 2 недели раньше, чем черные. Черные я получил сегодня, друзья мои. Ну, это проблема, конечно, не магазина, а таможни. Итак, времени у нас остается 50 секунд до конца ролика. И вы все видели, что 2 минуты я не трогал часы вообще. А теперь давайте просто проверим наше давление. Все знают, что давление лучше мерить на вот этой части, более предплечной части, нежели запястной. Значит, рекомендация сдвигать. А эти часы черные уже находятся здесь. Давайте попробуем измерить давление. Здесь сейчас гораздо лучше видно. И давайте же посмотрим, что будут делать эти часы. Белые часы, как вы видите, работают. Черные часы замерли и ничего не хотят делать. Ребята, я буду писать службу поддержки, чтобы компенсировать, либо возвращать сие подобие на тонометр. Всем спасибо, все свободны, до свидания.